Поедем домой без очек, но 60 минут, думаю, уже команда показала хорошую, неплохую игру. Мы готовились, что Краснодар тоже будет хотеть играть высоко, прессинг. И понятно, эти молодые игроки, как Сперциан, Олусегун, говорю правильно, они очень хорошо работают на скорости, один-один, быстрый переход вперед. И то же самое мы хотели играть в другую сторону. Да? Нам получилось, думаю, хорошо, тех первых 25 минут. Удары били до ворот, никак неделю назад, когда мы били много, они попали в ворота. Все поменялось, когда вообще Мансипа получил ту красную, вторую желтую карточку, красную, там уже Краснодар показал свое еще большее качество, там уже нам было очень тяжело. Я за те 60 минут очень рад, že мы показали, že umiem играть в футбол, že можем соревновать с командой, как Краснодар. Но толку нам то, že уже надо набирать какие очка на выезде, да? Потому что разговаривать, že неплохая игра, але не забираешь очка, это тоже плохо.